Еще одно полицейское происшествие возле Запорожья. ДТП с участием сразу нескольких машин правоохранителей. По предварительной информации, один из автомобилей полиции, который проигнорировал нормы дистанции, врезался в кроссовер, что спровоцировало столкновение еще нескольких авто полиции. У машин серьезные повреждения. Из-за аварии образовалась пробка в несколько километров. Напомню, буквально в июне запорожские полицейские получили 28 новеньких гибридов из Японии.